За моей спиной памятник вологодскому поэту 19 века Константину Батюшкову, который в своих стихах использовал образы лошадей, в связи с чем его самого изобразили рядом с лошадью, а также лирических крестьянок, соответственно, образ крестьянки также здесь в виде дополнительной статуи изображен, а также греческих богов. Там дальше имеется подобная же статуэтка богини Афины, которая также в его стихах отображалась. В целом данное место является территорией, как мы видим, народных гуляний. Вологжане постоянно здесь гуляют, это самый центр города. Однако сам памятник, вследствие того, что лошадь, изображенная рядом с Батюшковым, в 2,5 раза больше самого поэта, в народе все зовут памятник коню.